Казахстанские музыканты дают бесплатные концерты по всей нашей республике. Сегодня мэтры классической музыки прибыли в город Сарань Карагандинской области. Самые главные слушатели в этот день – ветераны. Именно им в первую очередь посвящен проект «Времен. Связующая нить». Организатором благотворительной акции выступил гуманитарный фонд «Дегдар». Мы решили в этом году сделать такой своеобразный аккорд, посвященный 70-летию Победы. И мы надеемся, что мы поднимем настроение и ветеранам города Сарани, и всем горожанам в эти весенние дни. Будет приятно прийти и послушать музыку замечательно.